Такс. Ну что ж, доброго тебе времени суток, дорогой зритель. Играем дальше в Half-Life 2. Шахты. Ревенхольм мы прошли. Теперь надо пройти через шахты. Шахты, шахты. Я не люблю шахты. Вот просто терпеть не могу. Так. А я не мог что-нибудь пройти мимо? Не, это вряд ли. Так, обязательно надо заглянуть вон туда. Это можно сделать здесь. Так, сохранимся. Ай, блядь. Все нахер. Горите. Жеванные выход крабы. Жеванные, пережеванные и вообще заштопанные. Тихо, а бля, 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 бля. Надеялся проскочить. Ну да хуй с ним. Там, бля, что-нибудь просто забрал бы. Так, идем, идем, идем. Плывем. Так, а вот здесь надо вот сюда. Чтобы вот здесь проплыть. Костерок. О, вот это тоже клевая штука. Заводим ее. Начинаем проходить. Так, ага. Поползли. Хуяк. Так. Блядь. Ага. Хуяк. Красиво. Ляпота. Ну а вас я просто пропущу. Сдались вы мне, блядь. На вас патроны только тратить. Ломик портить. Так, город. Ха, получай. Все. Так, ящиками я лучше воспользуюсь. Потому что здесь вон тайник лежит. И похуй, что тут все, патрон один мы. Так, а гранатки полные, да? Гранатки полные. У меня тут патронов, блядь, на дробовик. И револьвер. Ну, окей, окей. Нам. Так, здесь, там. Там, блядь, вагон перекрытый. Точнее, туннель. Да завались ты, блядь! Орёт. Опа! Снайпер! Ха-ха.
Гранатки тут не случайно. Хуяк. Построено. Пиздык нахуй, и все. Снайпера нет. О, блядь, там второй. Сука, на упреждение стреляет. Ушлепок. Так, как мне мимо него пройти? Но я все равно до тебя дойду. Вот так. Вот ты и попался. Получай, нахуй, фашист, гранату. Все. Сохранимся. Так, а вот тут комбайны бои ведут. Хорошенькая винтовочка у него. О, да, винтовка R2. Блять, то, что доктор прописал. Жаль, снаряги на нее мало. Ну, нет, уже не совсем мало. Полный набор. Еще есть кандидаты на пиздюлятор? Похоже, что нет. Ну и отлично. Есть контакт, контакт. Ну вот здесь просто сам Бог велел помочь. Вам всем сдохнуть. Кто ранен? Вот раненый есть. Уинстона подбили. Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Ага. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Леон, полагаю. Тебя ведь зовут Леон? Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Нет. Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. А как это? Из Илая Венца нет освобождения. А, зачистка же была, точно, облава. Вот и попались там все. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Партигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман.
Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Нового проспекта. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил Таупуш. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя? Полезно. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Это полезно, это будь поможет. В машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. С-17. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Так, сразу приготовим гравипушку. Так, что у нас тут? Так, а по трассе... Куда нам... А, вон, нам надо вон туда. То есть по дороге вправо. Доктор Фриман, машина готова. И через мост. Все. Я вкурил. Сохраняемся. Хорошо, поехали. И садимся. Блядь, ну давай, пускай. Блядь, и заебись. Теперь прыгаем и валим. Так, с песка выбрались. А теперь сейчас запытаем... Турбина. Все, есть. Теперь можно просто ехать. Боюсь, что придется по пути останавливаться с тайниками. Вот, честно говоря, опять же, положение не самое лучшее, смотрю, у нас. Костюм, как обычно, в говно. При том, что боеприпас у нас всегда полный. Тихо, тихо, ты... Блядь, дорога поломанная. Придется вниз и по песку. Так, гидрант, у нас есть маленькое безопасное место. Да завались ты! О, попал!
так. Тут есть он, блядь, был точнее, большущий. Теперь уже нет. У нас плюс один, плюс два. Так, у корабля вроде ничего нету. Так, еще один гидрант. И еще один тайник. Тут тоже можно остановиться, в принципе. Завались ты уже! А теперь прикол. Видели? Вот там. Стоит наш межпространственный бюрократ и обсуждает что-то с самим Одессой Кабыч. Полковником. А наш путь как раз лежит через это место. Все, бюрократ уходит. Так, а тут же еще вроде что-то есть. А, вроде как. Нет, нету. Эй. И погнали. Так, я думаю, лучше не останавливаться. Так, почти приехали. Вот и все, прибыли в место. Таро! Быстрее в подвал! Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кабич будет рад, что ты добрался. Еще бы. Еще бы он не был рад, а? Так, ракеты. Так, здесь у нас что? Здесь тоже пара ракет есть. Все дома вот тут, это укрытие. Прекрасное укрытие от штурмовиков, которых мы будем сейчас валить. Так, вот еще пара ракет. Так, а что здесь? В домах нету никуя. Со мной. Да я знаю где. Управляемая ракетная установка.
лучший способ сбить штурмовик. А, привет, я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Это точно. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Еще бы! Это самое вкусное нам. К вашим услугам. Проклятие. Дайте мне только предупредить точку маяка, и я Не забывайте про лазерное наведение. Поехали. Так, есть. Вот патроны. Благодарю. Есть второе попадание. Тихо. Так, три. Так, уже четыре. Еще разик. Блять. Тихо. Так, еще надо пару раз попасть. Так. Сбили! Вот так вот! Hell yeah! Вперед, доктор Фриман. Мы знаем, Элай Ванс полагается на вас. Да, спасибо. Ну, вот и все. Я думаю, вы разделались с тем, что штурмовиком, доктор Фриман. А, ты не слышишь? Свою репутацию, сэр. Я позову кого-нибудь открыть ворота, чтобы вы проехали без задержки. Я знаю, доктору Вансу сейчас нужна помощь. Будьте очень осторожны, приближаясь к мосту. Судя по молчанию того поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж кто-кто, а вы прорветесь. Удачи! И передайте доктору Вэнсу, что полковник Кэббидж сожалеет, что не может спасти его лично. Бла-бла-бла. Фримен должен поспешить. Элая Вэнса держат в тяжкой неволе. Есть так. Ли повод для задержки? Повод есть. Заряд бодрости. НМО точки маяка. НМО точки маяка. Прием. Говорит полковник Кэббидж. Прием. Все. Благодарю. Халявная зарядка костюма. Немножечко. Ну и кроме того, я предлагаю... Начал открыть ворота. Ведите сюда машину, я открою ворота. Я предлагаю на данный момент закончить наше видео. Спасибо, дорогой друг, что досмотрел до конца. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.